Сейчас на эту сцену уже поднимается полюбившийся всем коллектив. Народный коллектив, хореографический ансамбль «Калинка». Хохламские лошкари. Встречаем. Но мы не можем удержаться за сценой, охота выйти и плясать, друзья. Давайте как-то поддерживать наших артистов ярче и громче. Давай.
Вика, далеко не расходимся. 5 минут буквально, и мы начинаем, все собираемся на площадке. Сначала приветствуем слово. Я дам если кто захочет сказать. Ну и тебе дам. И опять расскажу. Поделитесь своими впечатлениями. Как греблен. Честно. Мы представляем ежегодно площадку по масс-рестлингу. Это национальный вид спорта России, который в 2000 году вошел в реестр всероссийских видов спорта. Очень задача простая. Два соперника садятся друг напротив друга, им дается палка. И по определенной команде их задача перетянуть соперника на свою сторону или вырвать палку из рук. То есть вид спорта динамичный, быстро развивающийся. Надеемся, что он станет когда-нибудь олимпийским. Блин! Сейчас на эту сцену выйдет член жюри Александра Невского фестиваля, лауреат награды «Трубящий ангел» Нелюбин Владимир. Ваши аплодисменты. Россия, Русь воскрешая, святая.
рядового бойца генерал. А вокруг словно зле смерть с косою в стекле. И святое чело во свинцовой зале проскамит в алтаре, совершает астрал. У него панамарь боевой. Восстал Панамарь против горя и зла. Вспомнил эхо войны, вспомнил, как воевал. Вспомнил не рядовой, боевой генерал. Спит планета, злой враг раздувает пожар. Новый Миберин и Москву Кандагар. Мне бы все ничего, расцветать среди лир. Только кто защитит Третий Рим, правый мир? Кто поднимет за Русь, русский меч, русский щит? Кто разбудит народ, когда тот еще спит? Ты не старый, не млад, не великий, не мал. Мы готовы, а крест это твой генерал. Поднимай, генерал, свое войско, пора. Ты из тех, кто полки вел в атаку вчера. И крестовый мечом ты из пепла восстал. С верой Бога за Русь в бой веди. Генерал! 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 Ой, вини, генерал! Аплодисменты, невероятный Нелюбин Владимир с музыкальной композицией завершил боевой генерал. Спасибо большое. Вот это мое. Вот это. Надо убрать куда-нибудь. Вот это я. Впечатляю. Мы из города Чехов, это старинный город, старинная Лопасня. Мы приехали сюда с актерами Мелеховского театра, уникального театра, который действует при музее, при литературном мемориальном музее Антона Павловича Чехова. И наши актеры будут сегодня представлять свое мастерство в той зоне фестиваля, где представлены люди искусства, живопись, стихи, литература, и в том числе будет и театральное творчество. А что уже успели посмотреть и что планируете? Пока глаза разбегаются, и как одно из пожеланий, может быть, более четко выстраивать структуру мероприятия. Успела просто пройти, прогуляться, получил удовольствие от самой прогулки, от самого факта нахождения в этой атмосфере праздника. Российском, афганском, сирийском, до этого корейском.
В обратную сторону. Поехали! Многие спрашивают у нас, подходят к сцене, спрашивают, когда же начнет свое выступление народный коллектив, хореографический ансамбль «Калинка». Друзья, прямо сейчас встречаем «Смоленский кусачок» аплодисментами. Друзья, вам полюбился уже «Калинка», я думаю, не последний раз мы с ними видимся. Сейчас под ваши аплодисменты на эту сцену приглашается Фролова Татьяна с композицией «Православные». Встречаем! Солнце радостно поет, родит.
С музыкальной композиции. Вот такой у нас народ. Площадки все уже стали традиционными. Это 40 видов единоборств. Проходят соревнования по кокбару, по килии, проходит джигитовка. В этом году на поле будет проходить реконструкция, посвященная Александру Невскому. Это ледовое побоище и Невская битва. Так как фестиваль приурочен к программе празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского. А сейчас на эту сцену под ваши аплодисменты выйдет народный коллектив, хореографический ансамбль «Калинка», а я «Пологу», дуэт на материале хора имени Пятницкого. Встречаем! Thank you.
А мы громче аплодируем, потому что это народный коллектив, хореографический ансамбль «Калинки». Громкие, бурные, несмолкающие аплодисменты.